Смотрите, у нас голубое небо, и оттуда косой дождь вот так идет. Там туча над нами чуть-чуть, что ли? Над нами мало. Или над нами. А вот сейчас прямой. Прям вон он идет. Прям вот над нами, знаете, вот кусочек просто тучки. А, ну еще вот тут, но это уже там. Вот кусочек маленький. И нет, смотрите, все равно идет дождь. И все равно попадает. Там же вообще прям маленький кусочек. Ну, блин, ну как так? А тут небо голубое. И вот, знаете, подхожу, к ней сижу такая про себя, ну, господи, с голубого неба, что ли, идет дождь? Ой, все, пошел дождь. А там голубое небо дальше. Видите? Ролик заснят с опозданием, вернее, выйдет с опозданием. Так что у нас сегодня другая дата и месяц. Не буду говорить, какая. Дождь сейчас, наверное, может посильнее. Я люблю, когда сильный такой дождь. Что прям прошел, все хорошо стало. Моя кофта отражается. Заказали мы снова с Сбермаркета памперсы. Вон там арбузик. Сейчас Димочка, скорее всего, его будет перетаскивать их, вернее. Он там проснулся уже. Скажи, памперсы мне! Молодец! Неси, зайка. Димочке 3 года и 2 месяца. Дима помогает маме. Уже одну пачку унес, не успела заснять. Вторую понес. Третья еще осталась. Потом будешь смотреть, вырастешь. И смеяться, наверное, над собой. Со старым ремонтом еще. Все такое еще облезло. Толком не успели еще сделать ремонт. На кухонке только есть. Бежишь? А, идешь, да? Молодец, уже отнес. Ты какой у меня умница. Дима, волосики длинненькие. Да посерединке. Вот, да, даже не убери. Молодец. Молодец, сына. Какой молодец, маме помог. Увидела там тучку такую красивую. Тут ветка чуть-чуть мешает. Смотрите, какая туча красивая. Сверху так чуть-чуть там. Вот тут вот сверху солнышко подсвечивает. Внизу, а вот там он внизу как будто такая с дождем тучка. Красиво как. Красота. А воздух какой свежий. Красота. Ты курочку ждешь? Ой, как ты ее ждешь. Да сейчас будет Дима кушать мясо, да, сына? Мяско. Опять это лава. Вот такой у нас сегодня ужин с Димочкой. Такая вот необычная у нас курочка. А с чем она была, это будет отдельный ролик. Выйдет в конечной заставке он будет. Узнаете, с чем это там. У Димочки куриная грудка обалденная. Нежная такая, бесподобная. Ну надо же. Целебный напиток, соус, потом хлебушек, да? Чего ты там бубнишь? Зя-зя-зя! Зя-зя-зя! Нельзя, ты не будешь курицу? Будет курицу. А что ж ты тогда нельзя? Да нельзя. Зя-зя-зя! Пожелайте нам приятного аппетита. Показывай. Показывай. Лайки. Дима говорит, ставьте нам лайки. Лайки. А мы садимся кушать с сыночкой, да? И с лайки достать, да? Да. Лайки ставят. Лайки. Это лайки, да? Лайки ставят, пускай. Скажи, ставьте нам много-много лайков. Много. И подписывайтесь. Скажи, подписывайтесь. Дима самостоятельный стал. Дим. Ух ты, Дим, посмотри на маму. Где мама? Самостоятельный стал, да? Идиот такой, сам идет. Идет. Зеленая трава. Собаски, как?
трава, да, зеленая.